Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимат, и сегодня мы снова играем в Angry Birds Star Wars 2. И следующий эпизод у нас называется «Бегство на Татуин». Второй эпизод. Нажимаем на него, и мы должны выбрать сторону, с которой мы будем начинать. Мы можем начать либо со свинской стороны, тогда птичья закроется, либо аналогично наоборот. Мы начнем с птичьей стороны сначала. Ну а свинскую сторону надо разблокировать 20 звездами сначала. Так, Джаджа Бинкс. Что-то похоже на ниндзя. Используя языком, можно вот так вот. Прыгать, так сказать. Также я сделал зумирование, только вот, блин, надо. Погодите, сейчас я перенастрою немного его. Надо его отодвинуть. А, я по-другому строю. Так, это вот так. Это вот так. Так, надеюсь, сейчас будет все нормально. Сейчас проверим еще раз. Во, теперь другое дело абсолютно. Вот это теперь вообще другое дело. Вот теперь все отлично работает с зумированием. Это у нас по-прежнему продолжается первый эпизод «Скрытая угроза». Так, подарочек нам дают. Я так не понял, что нам дали, но проглядел. Я не то сделал случайно. А, ну ладно, прошли так прошли. Пофигу, пофигу. Я уже думал, она сломается, но нет. Блин, да что ж ты будешь делать, а? Надо с какого расстояния сделать так, чтобы... Может как-то... Это, короче, сделать так, чтобы этот динамит вот сюда попал. Thank you.
Так. Это Энакин Скайуокер. Маленький еще Энакин Скайуокер. Которому 9 лет всего лишь. А, вот тут победу вот так нужно сделать. Эх, не получилось. Перелетели немного. Ладно, попробуем сейчас еще раз. Вообще улетели хрен знает куда. Так, вот этот значок означает, что полет как ракетой, типа, у двоих персонажей такая способность есть, это у Энакина Скайуокера и у Байкера-разведчика, который не появляется на уровнях из второй части, появляется на уровнях из первой. Если мы будем за него играть, то, наверное, только в... Может быть, только в эпизоде «Управление своей судьбой». Там мы, наверное, кого угодно брать будем. Ну, а в сюжетных эпизодах по хронологии... Только тех, которые по хронологии будут. Блин, камушек хотел этот сломать, ну и... Фигня в таком случае. Ладно, пофигу, что... Кому нужен этот динамит, если мы... Блин, зачем я так сделал? Я хотел, чтобы головой он этот камушек сбил, получается. Получилось не так, как я хотел, тут надо зумированием воспользоваться. Так, вот теперь огонь. Да, не долетело все-таки до того динамита. Не буду доставать ящик этот, потому что смысла в нем практически нет. Украшения бонусные бесполезные. Ну и чё? Кредиты за него тебе могут дать при достижении. Так, вот тут может быть, да, карта, до которой я, может быть, попробую достать. Ее достать довольно-таки очень тяжело, так что давайте не будем, наверное, это делать.
Фиг с ним, фиг с этим уровнем. Как-нибудь бонусную серию сделаем, где мы пройдем непройденный бонусный уровень. Может быть, так мы так сделаем. Так, еще один уровень открывается в главе призовой. Что ему там подарили? Что мне там, Леха? Сработает. Фартовый Леха пишет, что ему там подарили. Блин, жалко, что этот динамит не бомбанул. Серый динамит сложнее взорвать, чем коричневый. Он прочнее. Так, вот этого вот уже я хрен, наверное, убью, потому что он, ну да, так зарылся, что нет. Не знаю, поможет это или нет. Нифига. Давайте еще одного возьмем. Чтобы время особо не тратить. Так вот, это никакой пользы нам не дало. Так что придется взять что-то еще. Давайте вот этого. Тратить их особо-то не рекомендовано. Тебе YouTube деньги платит, а кроме этого еще и подарки такие дарят. А мне вообще нифига нет. Капец, ты фартовый дик вообще. YouTube не только Лехе на канале за рекламу деньги платит, но еще и подарки он дарит. А мне вот ни хрена ничего не дарит. И не плачет. Как я уже говорил, как-нибудь, когда подписчиков большое количество наберется, создам новый канал, перейду на другой канал и попробую там подключить монетизацию. Подписчиков много надо, чтобы быстро 1000 подписчиков на этом канале набралось. Говорят, что если меньше, чем за год 1000 подписчиков наберет, тогда YouTube будет помогать продвигать канал. Открытая свинская сторона, нам пока на нее не надо. А мне не хочет помогать, потому что я 6 лет потратил на то, чтобы 1000 подписчиков набрать. В то время как Леха на это потратил меньше, чем 2 месяца. Ну, это все благодаря рекламе. Который он даже не покупал. Короче, он очень фартовый у нас. Еще и акционером Газпрома вроде бы сейчас является. И ставку на спорт поставил, в который угадал и выиграл. Короче, вообще просто красавчик. Слишком уж завидно. Ой, я способности перепутал. Да, он сам в шоке. Они считай 2500 подарили. Ну ты охренеть. Просто охренеть.
Так, еще раз пробуем. И опять перепрыгнул способности. Ладно, попробуем до динамита до того дотянуться. Так, до динамита не дотянулся. Дотянулся только до одного свина. Кускенского разбойника это. Так, ну и завершающий этап. Вот этот. Зарян, что вот ногти грызу, я на самом деле не грызу, просто... Ну, иногда грызу тоже. Вспомнил, был одну программу, короче, смотрел там. Про то, как пьяного водителя поймали, у нее там девушки были, и... Девушка одна там говорит, можете не снимать меня, пожалуйста, я вообще-то ногти грызу. Как это новое правило законодательства какое-то. Если ногти грызу, можно типа и пьяница. Если это тот, как вот, как это как из серии, можете меня не снимать, я вообще-то срать сел. Капец. Ого, сколько кредитов-то тут. Так, 17 минут, а это уровень 16. А, тут нам уже не так много осталось. На этой стороне. Так, пробуем еще раз. Почему вот интересно, когда ставишь паузу, вот здесь черное все и ничего не видно. Неужели нельзя было прозрачное вот это вот сделать? На компьютере прозрачно, почему здесь нельзя было так сделать? О, хорошо. Angry Birds Star Wars 1 мы будем проходить версию для ПК, наверное, потому что там она полная. Там есть все эпизоды. И это вообще, кстати, единственная игра Angry Birds для компьютера, которая полностью доделана. Единственная. Остальные все нет. Так, не получилось. Не получилось. Так, ну и последнее это бумс. Уже на тускенского разбойника, кстати, хватает. Или как там правильно называется? Кредитов. Ну, правда, чтобы на птичьей стороне его можно было использовать, надо купить его, надо купить функцию специальную за 300 кредитов. Так что у нас, по сути, не хватает еще пока. Так, не очень удачно получилось.
Тут, блин, просто деревяшка отлетает и ломает цепь. Это не очень прикольно. Ну вот и опять то же самое. Так, вот тут повезло. Так, понятно. Осталось два уровня тут. Кстати, вот этот коричневый свинь, я не помню, как зовут, но это тот чудик, которого Энакин должен был победить в гонке. Что он, собственно, и сделал, кстати. Так. Может кого-то взять? Да ну нафиг. И так маловато персонажей. В другой раз. Блин, ну вот было бы неплохо в динамит попасть в тот. Но отскакивает. Да блин. Ну ладно, хотя бы вот так. О, хорошо. Да ёп! Ну как же это так, а? Да не надо мне его. И так одного уже потратил. Впустую. Нет, я хочу сделать так, чтобы в динамит попал. Ну или хотя бы цепочку обрубил. Вот эту. А еще лучше и то, и другое. Но в этот раз и то, и другое не получилось. Так, ну тут не получилось, потому что я до туда не могу долететь. Куски говна мешают. Может динамит просто стрельнуть? Сходить вот так. О, почему я сразу так не сделал? Так, ну и заключительный уровень птичьей стороны. Это та самая гонка, в которой Энакин должен победить вот этого вот. Хрен знает кто. Дело.
Так, переходим на свинскую сторону. Так, это Дарт Мол, короче говоря. И мы убиваем джав, вот этих вот черных. Так, да, дает подарок с четырьмя дартами вейдерами. Так, вот если послушать, кстати, как они звучат, можно услышать знакомые слова, наверное. Давайте послушаем. Дубина. Дубина, он сказал. Яблван. Яблван. Вот это уже на матерок похоже сейчас было. Дубина. Сам ты дубина, я тебя сейчас как по башке трясу нафиг. Тоже, кстати, вроде бы Татуин просто в вечернее время сует. Очень быстро набираются очки вот эти вот. Русские слова можно услышать от них. Чуть-чуть не хватило. Эти штуки взорвутся сейчас. Так, это граф Дуку, который
был когда-то джедаем. И был, кстати говоря, учителем Квайгона Джина. Но тем не менее он свин. Сейчас бомбанет. Там еще, кстати, карты, до которой я, наверное, хрен доберусь. Ну да, давайте попробуем, стрельнем. И да! Хорошо, давайте попробуем туда Не хватило, не хватило, не хватило. Так, фигня какая-то получилась сейчас. Так, попробуем бомбануть. Да, бомбанули, только вот один сдох. О, они сами что ли сдохли? Вот неудачники. Так, сначала 7-й пройти надо, а уже потом идти на этот. Так, какая-то фигня получилась, а не то, что я хотел бы. Так, ну вот эта вот фигня, конечно, сейчас загорится и взорвется, но она не летит. Хотя, не-не-не, нет, она не взорвалась бы, если бы дым бы такой большой не пошел. Стекла и костей.
Блин! Пипец. Да, мы знаем, что ты болван. Но это... Но от смерти тебя это не спасет. Дружок. О! Вот это было прикольно. Вот это прям вообще прикольно было. Отличный просто бросок сейчас был. Ну, и 3 звезды без сомнений за это. А, еще остались, что ли? Так. Ну, давайте вот этого возьмем. Будем стараться поэкономнее относиться, но иногда будем ходить. Две звезды. Прикольно сделано. Я в курсе. Так, боевые дроиды снова здесь. Ой. Так, Джанго Фетт. Снова, которого не должно быть тут. Thank you.
Вот блин, а. Как жалко, что он не сдох сейчас. Может, это самое, динамит сначала стрельнуть? Блин! Не задел эту хрень. Так, давай, тяни, 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 тяни ее туда. Эх, не получилось. О, вот сейчас нормально полетело. Но, правда, все равно не разрушило эту хрень. Так, ясно. Лучше стрелять туда сначала. Да не надо мне его. Господи, ну сколько можно уже, а? Какой-то сложный уровень. Как меня уже заколебал этот уровень, если честно. Эти камушки пользы-то не дали никакой. Может, что-то... О, карту достали, отлично. Да тебе уже вот этого, например. Заколебался я это проходить. Заколебался, просто заколебался. Один остался, ну и пофигу. Сложный уровень.
вылазит и оттуда все время. Так, хорошо. Здесь 200 кредитов, офигеть. Это очень даже неплохой результат. О, неплохо это было достаточно. Так, еще одного надо замочить. Два уровня у нас всего лишь осталось. Эх, не долетел до него. Фух, наконец-то пальбы нету. Проиграть мы, к сожалению, все еще можем. Так, ну и последний на сегодня уровень, это 20-й вот этот. Так, если мы убьем вот этого, там появится еще один. Так что у нас не хватает персонажей.
Вот так надо сразу сделать. Квайгон появляется еще вот здесь. Кстати, в первых версиях он смотрел не прямо вот сюда, а вот в ту сторону. Не прям туда, я имею в виду, а диагонали, так сказать. Было лучше, мне кажется. Так, кредитов у нас уже 1269 штук. Так, ну чё, мы прошли вторую главу, второй эпизод. В следующей серии мы будем проходить третий. Ну а на сегодня пока мы закончим. С вас лайк, подписывайтесь за меня эпичные видосы. Вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на стримский канал, чтобы не пропускать стрим. Всем пока.